Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкоробська. Я радо вітаю в нашій студії двох чарівних гостей. Доброго дня вам і рада представити до вашої уваги. Сьогодні з нами Світлана Міделян, голова захисної громадської організації «Фенікс», та Наталя Данилюк, співзасновник тої самої організації. Доброго дня, дівчата. Вже не перший раз ми з вами бачимося і чуємося, і говоримо в нашій програмі «Це вас хвилює». І, звісно, що з вами ми говоримо не про що інше, як про тварин, про їх захист. І про те, що дізнаємося сьогодні, наприклад, про те, чим ще займається організація «Фенікс». На ваших екранах ви будете бачити періодично номер телефону 76-92-42. Можете телефонувати і всі питання, які вас цікавлять з цієї теми, задавайте, ми обов'язково відповімо. Отже, захисна громадська організація «Фенікс» для тих, хто чує про вас вперше. Такий короткий екскурс, що за організація, кого захищає? Громадська організація, зоозащитна організація «Фенікс» – это общественная организация, которая сплотила между собой, соединила всех волонтеров города Николаева по вопросу гуманного сокращения численности бездомных животных, защите животных всех и систематизации работы вообще с живыми организмами, которые живут на территории нашего города, а также в области. Мы не спонсируемся из городского бюджета, как многие считают, мы не получаем зарплату. Все ребята, которые участвуют в нашем деле, наши волонтеры, члены нашей организации, работают на волонтерское основание и делают то, к чему призывает их сердце. Що спонукало вас до створення цієї організації? Що стало поштовхом? Ну, большинство членов нашей организации – это выходцы из другой общественной организации, Общества спасения природы. К сожалению, на днях не стало главы и основателя этой организации Владимира Мазуренко. Это очень большая потеря для всего города и, в частности, для нас. Молодой парень, который сделал очень много для города, очень много для животных. Его не стало вот в возрасте 30 лет. И в свое время мы шагали в ногу с этим человеком, были членами Общества спасения природы, многое чего увидели и многое чего решили поменять. И исходя из нашего полученного уже опыта в этой организации, мы внесли что-то свое, что-то изменили и создали именно объединение волонтеров города Николаева. Про вашу діяльність ми періодично дізнаємося з телевізійних новин, в соціальних сетях. Ви також досить активно берете участь в житті обласного центру, області. А які плани на літній період? Чи будете відпочивати, чи все ж таки щось таке відбуватиметься і, можливо, щось таке відбувалося, про що є розповісти? Ну, последнє наше мероприятие, яке ми вже провели, це виставка бездомних животних, яка називалась «Виставка безподобних собак. У щастя нет породи». Там были представлены животные, которые находятся под опекой коммунального предприятия Центра защиты животных, а также животные, которые находятся под опекой наших волонтеров. В процессе выставки была показана работа коммунального предприятия, непосредственно работа кинолога Галины, которая доказала, что за полторы, за две недели можно любое животное, вне зависимости от того, есть у него порода или нет, обучить элементарным командам и направить именно на ориентацию на человека, то есть социализировать. Несколько животных было пристроено в процессе выставки, и несколько после выставки уже забрано с коммунального предприятия. И второе мероприятие, которое вот-вот уже у нас будет проходить, оно должно было проходить в прошлую субботу, но, к сожалению, погода не дала нам возможности его провести, это ночь на Ивана Купала, поэтому мы его перенесли на эту субботу, будем рады всех жителей города видеть на нем, будет просто безумный вечер, безумный день, начало в 3 часа, сначала будут детские квесты, хороводы, мероприятия, вечером в 8 часов вечера привезут с воздуха парашютисты на небесный огонь, будет распален большой костер, через который все жители Николаева могут потом прыгать, загадывать желания, будет фаер-шоу, хороводы, казацкие игры, казацкие разваги, то есть будет очень интересно, всех приглашаем. Еще раз повторите, где это происходит? Парк Победы, аллея казацкой славы, начало в 15:00 в субботу.
ждем всех на это мероприятие. И немножко забегая наперед, у нас нашей организацией проводится каждый год ежегодный наш концерт, который приурочен к Дню защиты бездомных животных. 16 августа, Каштановый сквер, по времени мы еще определимся попозже, во сколько будет начало, но это будет опять-таки очень большое мероприятие. Приглашаем всех гостей города, приглашаем всех жителей города принять участие, приглашаем все коллективы, которые у нас есть творческие, кто хочет принять участие в этом концерте, в этом мероприятии, будем рады сотрудничеству. Вот. Это вот мероприятие, которое запланировано в ближайшее время. Хотелось бы вернуться к вашему рассказу о выставке беспородных собак. Да? Очень такая вот интересная идея, и очень интересно нашла воплощение именно в нашем городе. Скажите, вот вообще, как бы, когда собака участвует в выставке, вот я человек, который не понимает, как это происходит, по каким критериям оценивают животное? Вот что породное, что беспородное, и на что смотрят там члены жюри и на что ориентироваться, например, я знаю очень много мальчишек, которые хотели бы своих домашних питомцев, да, например, вырастить, чтобы они участвовали в подобных выставках. Ну, у нас выставка в первую очередь была не на оценку животных. У нас не было жюри, которая оценивала, красивая или некрасивая, хорошая или плохая. Немножко перебью, было жюри, но это были просто жители города. Да. Угу. Оценивали просто жители нашего города, которые пришли посмотреть, которые пришли выбрать себе домашнего питомца, либо, возможно, рассказать своим близким, какие собачки есть, каких можно взять к себе. На самом деле, на обычных выставках собачек, там, где представители пород выставляются. У них всегда есть ринги, где животные, не предоставляющие племенной ценности, тоже могут показать себя, и жюри оценит экстерьер животного и выпишет грамоту даже. Поэтому любой житель города, у которого есть беспородная собачка, либо там просто собачка без документов, может прийти на обычную выставку и представить своего питомца. У нас же выставка была направлена именно на пристройство, и мы хотели показать и доказать, что беспородные собачки тоже бывают бесподобными. И то жюри, которое, ну, в кавычках оценивало питомцев, которые были предоставлены, вы говорили, что это жители города, просто жители города сходились и смотрели. Их отзывы об этом были какие-то? Вот, они делились своими впечатлениями с вами от выставки? Наверное, самое большее впечатление, количество впечатлений получили именно дети. Потому что СКП, Центр защиты животных, привезло не только взрослых животных, но еще щенков-подростков. Наверное, 5 или 6 животных. И там был просто щенячий восторг и у детей, и у самих щенков, когда вот они игрались на траве, когда щенки выполняли команды. Притом каждый ребенок, который присутствовал, мог просто тоже подойти, взять на поводок животное и вместе с кинологом, вот кинолог рассказывал детям, как правильно обращаться, как давать команду животному. И каждый ребенок мог просто как бы проявить себя, посмотреть, вернее, наверное, подставить себя в роль хозяина этого животного. Родители могли увидеть со стороны, как их ребенок относится к животному. Пришло ли время уже завести себе питомца или еще рано? Какая вот, то есть как бы ответственно будет ребенок относиться к этому или нет? И, в принципе, и взрослые люди тоже, там было очень большое количество людей, которые вот понравилась конкретная собака, но человек не может ее себе взять. И вот они сидели, вычесывали, кормили, гладили, разговаривали. Это было безумно мило, безумно как-то так по-доброму, и вот он действительно окрыляло. Действительно, у нас в городе есть люди, которые любят животных, которые вообще ценят просто жизнь, потому что мы сейчас сталкиваемся на каждом шагу с тем, что жизнь на самом деле обесценена. Жизнь людей, жизнь животных, жизнь растений, вот деревьев и так далее. Как вообще воспитать ответственность в ребенке вот эту, за животного? Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы это слышали с детства, например. Но не все до конца понимают этой фразы. И вот как в своем ребенке
воспитать ответственность за животное, которое ты принес, привел в дом, и ну вот, чтобы вам было меньше работы потом и головной боли. Это, наверное, в первую очередь личный пример. Потому что многие очень родители ждут, что их детей научат всем азам вот, там, становления жизненного пути в школе или в детском саду. Ничего подобного. То, что закладывается в семье, то, что ребенок видит, для них авторитет родители, а не учителя, там, воспитатели, нянечки и так далее. То, что они видят с рождения, то, какой мы, вот, взрослые, показываем им пример, то и является фундаментом для дальнейшего воспитания и становления личности ребенка. Наверное, на собственном опыте это самый большой такой кирпич, который закладывается в воспитание ребенка. Перейдем дальше. Какие еще мероприятия ожидают николаевцев? Ну вот, собственно, к выставке собачек. У нас завершающий этап выставки. Тоже под лозунгом «У счастья нет породы», «Бесподобные собачки». Устроили фотосессию знаменитых людей города Николаева, людей, которых знают наши жители, с беспородными собачками. Сделали фотосессию в Your Studio, нам предоставили бесплатно помещение. Огромное спасибо владельцам студии. Фотограф Максим Безощук тоже бесплатно фотографировал это все. 5 человек приняли участие в данной фотосессии. Это Юрий Тазарачев, Анна Куркурина, Яна Май, телеведущая тоже данного канала, Юрий Любаров и Антон Артамонов. Эти 5 человек участвовали в фотосессии с беспородными собачками, которые ищут дом. Это был просто шквал эмоций, как у нас, так и у фотографа, и у собачек, и у людей. Больше всех радовались собачки, да? Собачки... Они не знают, кто это, но им было приятно. Собачки были в восторге, они были в шоке поначалу, они приходили перепуганные, потому что их привели непонятно куда, что это, где это я, зачем я. Но когда начиналась фотосессия, как правило, все собачки становились просто великолепными моделями. Просто это призвание по жизни они для себя определили. Это, ну, было на самом деле очень приятно, что люди, которые, в принципе, достигли уже успеха в жизни, это люди, которые поставили себя, реализовали себя, но они, им не чуждо живое, им не важно, что оно беспородное, тем более мы никому не платили деньги за это. Это люди просто отозвались помочь, захотели поучаствовать в данном проекте. И они согласились, и очень приятно было видеть их эмоции положительные, и как они реагируют на этих животных, как они пытаются с ними ласково там обходиться, там, чтобы собачка там себя почувствовала уютнее, чтобы она не боялась, не пугалась. Очень скоро, буквально вот неделя... Ну, Яне часто здесь приходится с гостями так обходиться, чтобы они не боялись и не пугались в студии. Поэтому, я думаю, для нее это было не ново. А где мы можем увидеть результаты этой работы? В течение недели или полторы уже на бигбордах нашего города будет социальная реклама «У счастья нет породы», где можно будет, ну, собственно, увидеть результаты. Помимо этого, мы отсняли бэкстейдж всего этого мероприятия. Будет видеоролик, промо-ролик, который мы распространим в социальных сетях. Вам передадим. Ну, также мы будем держать интригу и не расскажем, с какой собачкой сфотографировалась Яна Пакитько. Поэтому ищите в социальных сетях, обязательно увидите, как развлекаются наши тележурналисты. Привет, я не в отпуске. Ну, а мы продолжаем. Какие еще мероприятия нас ожидают? Насколько мне стало совсем недавно известно, и было удивлением, что вы занимаетесь не только защитой животных, да, там живого. Вы еще какие-то полезные дела придумываете в нашем областном центре. Что это? Это экологические проекты. Нашей организации был уже проведен субботник в микрорайоне Ливаневцев. Мы убирали прибрежную зону и парковую зону.
Помогали в уборке Матвеевского леса, также наши волонтеры участвовали. Сейчас принимаем активное участие в круглых столах николаевских и с николаевскими общественниками другими. Стараемся решить проблемы именно по озеленению, по вывозу несанкционированному выбросу мусора и другие проблемы, которые, собственно, касаются вот экологии города и так далее. Потому что все эти проблемы неразрывно связаны с зоозащитой. Если стоят открытые баки с мусором, и они не вывозятся по двое-трое суток, то непосредственно те же самые собаки являются разносчиками этого мусора. И если нет детских площадок, которые ограждены, то дети гуляют там, где обитают бездомные животные. Это тоже проблема. Если детей неправильно воспитывают в школах, детских садах, в семьях, то они обижают потом бездомных животных, домашних животных, они уничтожают зеленые насаждения. То есть эти все проблемы, это весь комплекс, который не чужд, скажем так, нашей организации, и мы действительно живем этой идеей, мы живем перезагрузкой города Николаева. Сейчас летние каникулы, у меня такая мысль возникла, вы не хотите со своими идеями внедриться в какие-то школьные программы? Там есть какие-то кружки или вы уже ведете такую работу? Ну, мы больше сейчас, наверное, работать начали все-таки со студенчеством, потому что как-то они постарше, и дети в основном либо с родителями, либо в детских садах. Не у всех взрослых есть возможность приводить вот в летнее время на какие-то мероприятия детей. Но, тем не менее, есть субботники. Есть семейные субботники, на которые могут приводить там дедушки, бабушки своих детей, которые могут принять участие в уборке какой-то конкретной территории. Мы очень приветствуем эту инициативу, когда люди сами занимаются облагораживанием своей придомовой территории. Почему бы и нет? У вас есть газоны, у вас есть, там, допустим, отсутствие цветов. Почему бы не привлечь к этому детей? Рассказать вот даже могут те же самые, могут наши волонтеры прийти, могут те же самые жители этого дома, этого двора рассказать детям, где какие цветы, почему садится так, как это делается и так далее. Это же очень интересно и детям, и это действительно приучение детей к эстетике по-другому. Главное, чтобы сейчас некоторые зрители не поняли это так, что надо вас вызывать для того, чтобы облагородить нашу территорию. Я еще дополню немножко. На самом деле у нас проходят уроки для школьников, для деток. Во время учебы это в школах проводилось. На данный момент в библиотеках наших николаевских проводятся уроки гуманного отношения к животным для деток. Биоэтика. Работники библиотек подбирают материал с книжками, это все с рисунками, с видео. Это очень интересно, на самом деле, для деток. Нас постоянно, ну, как бы мы сотрудничаем вместе, всегда нас приглашают на такие мероприятия, и мы совместно стараемся донести до деток, как нужно обращаться с животными, как нужно обращаться с растениями, что нельзя там ломать дерево, что нельзя бить собачку. Это все в игровой форме, это очень интересно деткам, и тем более летом они не только за компьютером сидят, но еще и разбиваются. И давайте закрепим пройденный материал, где мы можем вас увидеть в ближайшее время. А там уже посмотрим. В ближайшее время, в субботу, праздник, ночь на Ивана Купала. Мы будем там все, можно прийти, познакомиться, потанцевать с нами, поводить хороводы, спеть какие-то песни, поучаствовать в казацких развагах, играх, турнирах и так далее. Будет очень интересно, приходите, вы приходите обязательно, мы будем вас ждать. Животные будут там? Животные однозначно будут. Да, такие, в любом которые случае. Обитают... Которые там парк, обитают. Парка. Они в первую очередь, они нам уже помогали подготовку устраивать, поэтому... Каким образом? У нас... Они охраняли мешки с мусором. Да. Охраняли или не растягивали? Нет, не растягивали. Это вы там наводили порядки недавно? Конечно, мы проводили. Много мусора получилось? Давайте опустим эту тему. Конечно, много. Каждый, кто приходит в какой-то парк, в какой-то сквер куда-то отдыхать, почему-то наши люди считают, что за них должен убирать кто-то. А потом, когда в следующий раз они приходят, очень жалуются. Почему же там так грязно? Странно. Ну, Ивана Купала в этот раз обойдется без мусора, или вы потом еще одну акцию организуете по уборке после праздника? У нас сразу там будут пакеты. Угу. Сразу пакеты, куда люди могут сбрасывать мусор. Конечно, потом мы все равно, если что-то где-то как-то, мы все равно это уберем.
Вы мне напоминаете, вот иногда, знаете, вот воспитатели в детском саду, которые учат детей с АЗОВ садиться на горшок, одевать, извините, колготы, штаны, вот и вы так учите. Вот это пакет, сюда нужно бросать мусор. Так, а вот научимся беречь чистоту там, где мы живем. Мы очень, очень надеемся на то, что все-таки научимся. Ну, хотя бы если будет это 60-70% города Николаева, жителей города, что они все-таки что-то переключатся в мозгах, что весь наш город и вся вообще вся наша страна – это наш дом. Почему дома мы не бросаем бумажку на пол, на улицу вышли и бросили? Ну, или когда ребенок бросает дома на пол бумажку, мама ему мозг просто выест ложечкой, что он это сделал, и будет учить, где находится мусорное ведро. А на улице мы не ждем, пока найдем урну. Хотя я думаю, что надеюсь, что ваше сотрудничество с городскими властями, с областными властями принесет какую-то пользу, потому что вы можете то, что вы делаете то, что можете, а с их стороны нужна все-таки поддержка, чтобы были те же самые мусорники, чтобы как-то административно все-таки отслеживалось несанкционированный вывоз мусора и все остальное, за что вы радеете всей душой. Спасибо вам большое. Спасибо. Нагадую, що сьогодні в нас в гостях була Наталя Данилюк, співзасновник захисної громадської організації «Фенікс» та Світлана Мідолян, голова цієї самої організації. Це не остання наша зустріч. Сподіваюся, що ваші приходи до нашої студії будуть супроводжуватися ще відео звітами про вашу роботу, щоб це можна було ще й побачити. А найближчим часом дивіться на бікбордах нашого міста Яну Покидько з безпородними тваринами, собачкою. І ну, таким невеличким, ну, смішним анонсом хотілося завершити нашу програму. Дякую вам, що були з нами. В ефірі була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей в ефірі.